Возвращаемся домой, ничего необычного. Просто почти 4 утра. Обычно вот из ванной меня встречает единорог. Тут сидит Фет, работу работает. И Мия играет на балийском инструменте. Сразу сделаем. Просто реально времени не было даже это. Коротко о моей жизни. Все, видишь, съемка пошла. Давай, красься. Смотри, Мью, сюда на кнопочку нажать. Нажимай на кнопочку сюда пальцем. Сильнее нажимай. Не, возьми в руки сама двумя руками. Нажимай. Ты что, ассистент стилиста? Получаешь так. Друзья, знаете, что происходит? Мы через Zoom онлайн делаем ремонт. Мы подключили Леху Вагнера. Вон он. Леш, помаши людям. Леш, помаши. Вот, тут его таблицы какие-то. Там еще Лейла, покажите нам Лейлу. Лейла, дай голос какой-нибудь, чтобы ты появилась. Вот, это наш... Да, Лейлочка дизайнер. Тут есть еще Фет, здравое звено в моей жизни. И вот таблицы еще всякие. Мы сейчас будем делать ремонт. Вы делали когда-нибудь, друзья, ремонт по Зуму? Это удивительно. У нас тут это развивашки, уровень карантин. Мы клеим головы котов, а потом... Не-не, Ми, слишком много клея. Все, хватит. Разглаживай ручкой. В общем, потом мама рисует одну сторону, потом Миечка повторяет с другой стороны то же самое. И уши клеим тоже по очереди. Уши приклеим? Нет, у Мички уже приклеили. Так у нас что, один кот ушастый, остальные безухие будут? Давай приклеим остальным котам уши. Нет, пусть она без головы и без уша. Без ушей, коты. Я могла перед записью вокала как бы немножечко наесться орехов, друзья мои. Кто знает, да, вокалисты сейчас кивают и кивают моему идиотизму сейчас в такт. Я молодец, я сотый дубль не могу спеть элементарнейшую строчку, потому что у меня орех встал вот тут вот просто. Короче, я знаю, что эту песню очень многие хотели, и именно в акустике. А больше всех хотела Леночка Блиновская. И я на студии, и я ее пишу. Если мы случайно встретились опять, будет глупо снова это потерять. Сегодня идеальная погода, чтобы все с нуля начать. А если ты боишься снова дать мне шанс, я могу сама навстречу сделать шаг. Сегодня идеальная погода, чтобы ты влюбился в меня опять. На самом деле у меня тоже подзарядка, я там работал, сидел и так взял, переключился. Взял меня на ручки, просто забрал. Короче, мы сейчас записываем последнюю песню, альбом записываем. И посылайте лучи любви. Эй, Дардас, ты помаши, пожалуйста. Посылайте лучи любви и вдохновения этому человеку, потому что от его скорости зависит, когда альбом. В таком прекрасном, невероятном месте у нас студия находится. Вот мы с ребятами подустали, решили выйти. Мусор выкинуть. Да, купить водички. Просто посмотрите, с каким видом пишемся. Друзья, это эпохальный день. Голос сорван на часах 2 часа ночи, начало 3-го. И мы только что спели последние бэки в последнюю песню. Весь мой альбом записан.
осталось кое-что свести, кое-что домастерить, и очень-очень скоро он выйдет. Друзья, это просто... Я готова сейчас расплакаться, это просто нереально. Я оставила тут просто остатки своего голоса, sorry за тавтологию, и мне вообще ни капельки не жалко, я очень-очень счастлива.